Россия – многонациональное государство, где сплетаются разные культуры, традиции и люди. История – более 190 народов и предков, ведь без прошлого нет будущего. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. С историей не спорят, с историей живут. Она объединяет на подвиг и на труд. Единое государство, когда един народ, когда великой силой он движется вперед. Врага он побеждает, встав как один на бой. И Русь освобождает, и жертвует собой. Во славу тех героев живем одной судьбой. Сегодня день единства мы празднуем страной. День народного единства. Как-то особенно ощущаешь единение с народом, наше единство духа и непобедимую силу. Какая прекрасная музыка звучит! Это музыка моей родины. В ней воедино слились звуки дома, пение ручья и шепот лесной полянки. Это музыка родины, края поющих родников, говорящих лесов. Это музыка моей Удмуртии. Прислушайся, и ты услышишь и почувствуешь силу доброго человека, который уважает свое происхождение, чтит традиции семьи, родины и несет их в народ. Мой светлый родниковый край, как не любить твои поля, крик перелетных птичьих стай и летней ночью трели соловья, небес бездонных синеву, цветов весенних аромат, зеленую, как изумруд траву, и сосен радостный парад. Я горжусь тем, что моя Удмуртия тысячами незримых нитей связана с нашим общим отечеством – Россией. Удмуртия – земля, где сходятся самые разные культуры, где под ласковым теплым солнышком растут талантливые дети. Синего моря и в суровых горах люди издавна спорят о природных дарах, но ни с чем не сравнится. Живой водой умытая из источников своих, пусть тебя обходят горести, ты жила всегда по совести, не теряй высокой скорости на намеченном пути. Чувашия – регион с уникальной национальной культурой, таинственной письменностью, рунами, оригинальными костюмами, которые можно читать как книгу. Хвала тебе, Чувашия, мой дом! И имя, и язык твой сердцу светло, дубравами и хмелем, и трудом, и песнями, и вышивкой богата, жива в узорах древних нити сила, связавшая награды в их судьбе,
Ты будешь жить во мне, моя Россия, пока живет Чувашия в тебе. Северная Осетия. Удивительное место находится на Кавказе, а Кавказ – это горы, мир водопадов, горных рек и каньонов, восхитительные закаты. Здесь бурные горные реки и суровая красота соснового леса с моховой подстилкой и сам ледник – один из крупнейших на Кавказе. Древние крепости, башни и склепы, впечатляющие некрополи, обладают сильным самобытным духом места. Жизнь простого осетина пропитана древней культурой. Тост в Осетии – это скорее молитва. Национальные пироги – по праву предмет гордости осетин. На свете много танцев есть, но эти милые, родные. В них все сплелось – отвага, честь и звуки горно-боевые. Цвети, Осетия, цвети! Пусть будет мир тебе вовеки, и пусть от счастья и добра всегда смеются твои дети. А танец всех переживет, он будет в новых поколениях. Пока Алания жива, не будет предан он забвению. Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная, протягивает руку дружбы и раскрывает объятия всем народам и соседям, всем, кто желает жить на земле мирно. Добрый день! Провятанне, сябры! Шаную вас с великим праздником! Беларусь – это удивительная страна со своим интересным прошлым, полным легенд и преданий, богатым культурным наследием, ставших достоянием всего мира благодаря выдающимся белорусам. Не менее интересна и настоящая наша страна, которая в процессе активного культурного и экономического развития постепенно меняет свой облик. Удивительная и прекрасна природа Белоруссии. Великолепие величественных лесов, лишь иногда прерываемых живописными ухоженными полями или россыпью голубых озер, пленит любого, кто умеет ценить красоту окружающего мира. Города Беларуси обладают своим неповторимым шармом и прельщают туристов своей необыкновенной чистотой, уютом и дружественной атмосферой. Белорусские города, как и люди,
У каждого свое неповторимое лицо, своя судьба, свои достижения. Одни славятся своим прошлым, исключительной ролью в истории, другие – архитектурными памятниками, красотой современных строений. Третьи – своей самобытностью и молодостью. Отличительной чертой Белоруссии является ее гостеприимный и толерантный народ. Именно благодаря уникальному белорусскому характеру наша земля может похвастаться необычным сочетанием элементов различных культур, нашедших отражение в таких архитектурных сооружениях, как Софийский собор в Полоцке и костел Бернардинцев в Буславе, Борисоглебская церковь в Гродно, костел в Гервятах, церкви крепости в Древних Сынковичах и Мураванка, башня Джон в Каменеце, замки в Мире, Лиде, Ружанах. Каждый турист, посетивший Беларусь, не останется равнодушным к этой прекрасной стране и надолго сохранит в душе теплое воспоминание о ней. С 1992 года в городе Витебске проходит международный фестиваль искусств «Славянский базар». Позиционируется как долгосрочная крупномасштабная акция Союза России и Белоруссии. Время бурным потоком несет славу наших великих побед, и берет свою силу народ у цветущих садов мирных лет. В наших венах вода наших рек, в нашем сердце Софийский собор, Беловежская пуща навек и наш Луцкой святыни узор. Беларусь, Беларусь, не народ этой гордой и сильной страны. Беларусь, Беларусь, только если мы вместе, тогда мы сильны. Мы движение вперед и ни шагу назад, поднимается в небо победный наш флаг. Пусть будет больше песен о любви к тебе, моя Россия. Пусть сердце из груди на волю рвется, услышав его биение. Оно, как колокол в груди ликует, я торжествую, воспеваю, славлю Россию, любимую мою. Смолкли фанфары, затихла музыка, и воцарилась тишина. Слышишь, это голос твоего сердца, чувствуешь его торжественный пульс. Видишь, оно не одно. Рядом с ним бьются десятки, сотни, тысячи сердец. Это сердца людей, живущих рядом с нами. Это сердца людей, болеющих за свой язык, происхождение, традиции, и к числу которых принадлежишь и ты. Сердце из груди на волю рвется, песня счастья над землей несется. Колокол в моей груди ликует. Торжествую, воспеваю, славлю любимую мою Россию. Я за родину, мать, за Россию молюсь, я своею великой страною горжусь. Потому что мы здесь рождены и живем, это наша земля, это наш отчий дом. Не сгибалась ты, Русь, поднималась опять, несмотря ни на что продолжаешь стоять. Те, кто злобой кипит, никогда не поймут, что за люди у нас в России живут.